Людмила Савельева не училась на актрису. Она попала на съемки благодаря помощнице Сергея Бондарчука. Уже перед камерами девушка начала падать в обмороки. Савельева падала в обморок не только из-за сложного графика. Девушке пришлось разрываться между Ленинградом, где она выступала в Мариинке, и Москвой, где снимался легендарный фильм. А потом Людмила начала терять сознание во время репетиций в театре. Обмороки стали последствием голодного детства в Ленинграде. Тогда закончились даже птицы и животные. Семью спасла плитка-буржуйка и столярный клей. Мама делала кисель из клея, который покупала на рынке, и кормила им ребенка. Такая еда спровоцировала появление на теле маленькой девочки язв. Но ребенок смог выжить и даже стать звездой СССР.